Доброго дня і вітаю всіх глядачів програми «Це вас хвилює». Запрошую вас до спілкування із нами сьогодні на наступну, ну, традиційно по понеділках це буває медична тема, але сьогодні вона не стільки медична, скільки я б назвала так, навіть медично-духовна, ось таким чином. Знайомтеся, в нашій студії сьогодні викладач хатха-йоги, інструктор авторської методики Лариса Фомченко-Потьомкіна. Доброго дня. Доброго дня. Чому я сказала, що ми будемо говорити і на медичну таку тему також, тому що сьогодні будемо говорити про вашу авторську техніку і хатха-йогу в такому більш вузькому вживанні, ніж зазвичай ми говоримо. Говоримо про йогу, розповідаємо, як це корисно, важливо, скільки людей займаються сьогодні, а сьогодні це і справді модна течія, певним чином можна сказати так. Але сьогодні будемо говорити в більш такому, як я вже сказала, вузькому вживанні. Будемо говорити про те, як можуть хатха-йогу займатися люди поважного віку, дуже дорослого віку. Тому запрошую наших глядачів до спілкування. Якщо у вас буде таке бажання, будуть виникати питання, ви зможете їх поставити за номером телефону 76-92-42. Будете бачити його час від часу на екрані, як бачите зараз, 76-92-42. Телефонуйте, приєднуйтесь до нас, поки я задаю свої перші запитання. Пані Лариса, йога для людей поважного віку, вона, безумовно, повинна мати свою специфіку, тому що в більш молодому віці людина все легше сприймає. Вона більш готова і відкрита до експериментів. Вона більш готова і відкрита до, в тому числі, і фізичних експериментів. А йога, ну, така непритаманна трохи нам культура. І для звичайної людини вона, можливо, і навіть трохи дивна. Чому ми сьогодні говоримо про йогу для людей більш похилого віку? В первую очередь, потому что люди пожилого возраста, пенсионного возраста в нашей стране очень мало уделяют внимания себе, своему телу. И сейчас вообще такое время, когда люди пожилого возраста, в общем-то, переносят очень серьезные испытания психические, а все заболевания, как известно, то есть на уровне физического тела все отражается, как говорят, все от нервов. Ну, да. Да, а если учитывать то, сколько испытаний пришлось перенести, в частности, в нашей стране, людям, которые сейчас уже в пожилом возрасте, да, то очень хотелось бы, чтобы они просто хотя бы 15 минут в день, но могли уделить внимание себе. Ну, действительно, вот сейчас, когда человек возраста постарше, вот он садится возле телевизора, на самом деле им очень немногие развлечения доступны, им очень немногие занятия доступны. И первое среди них – это телевизор. Включаешь телевизор, либо новости, либо депрессивные сериалы, либо откровенное настолько мыло, что, в общем-то, ну, отвлекает, конечно, немного, но ни уму, ни сердцу, это однозначно. И человек пожилого возраста, он куда более эмоционально открытый, беззащитен, чем человек возраста трудоспособного, скажем так, опять же. Поэтому это все не может не влиять на него. Естественно. То есть йога – это, получается, физическое противостояние, ну, вот этому состоянию депрессии, нервного фона. Вы знаете, как, я бы не сказала противостояние, а как альтернатива, потому что сейчас вниманием людей пожилого возраста, да, которые единственное, что могут себе позволить из, ну, не только из-за физического состояния, но и материального положения, социального положения, вниманием этих людей очень даже пользуются очень многие. Вот, поэтому очень хочется предоставить... Йога, да. Йога – это и философия, и гимнастика. И, то есть, очень много
Можно говорить об этом очень много, потому что действительно это как бы очень много аспектов охватывает само понятие йога. Но вот методика, о которой мы говорим, которую мы хотим как бы представить, это все-таки внимание, да, концентрация внимания, акцент на концентрации внимания на том, что я могу потрогать, да, то, что мне доступно. И она не требует каких-то специальных там приспособлений или же какой-то там физической подготовки. Потому что нужно еще, вот мой опыт показывает, что наша клеточная память, да, она помнит человека в разном возрасте, в разном состоянии. И в зависимости от того, каким мы себя помним, меняется даже биохимия. Конечно же, память нашего ума содержит очень много ограничительных таких установок. «Ой, я не могу», или «Ну куда мне уже, я уже там, зачем мне это?» Нужно, это нужно, и говорить можно много, но лучше все-таки попробовать. И нет ничего сложного. Нужно попробовать. Нужно попробовать, да. Я хочу сказать нашим зрителям, что мы планируем, что в каком-то обозримом ближайшем будущем достаточно вы сможете увидеть вот эти упражнения, вы сможете присоединиться к тем, кто их делает, и попробовать действительно на себе. Но, Лариса, я вернусь вот к этим вот установкам, вот то, что вы говорите, что человек говорит себе, что «Ой, у меня не получится, зачем мне это нужно?» и так далее. Вы знаете, мне приходилось сталкиваться с такими вещами, когда человек подходит к решению, к выполнению какой-то задачи. Он раньше с этим не сталкивался. И он не знает о том, что теория или кто-то еще рассказывает, что это невозможно по такой-то, такой-то, такой-то причине. Вот ему неизвестно это. Он подошел к решению этой задачи, берется и делает. Делает, может быть, именно потому, что он не слышал, что это невозможно. И таким образом доказывает обратное. И еще нужно учитывать то, что отпечатки пальцев у нас у всех абсолютно разные. То есть двух похожих людей на земном шаре нет. Поэтому если у кого-то это даже не получилось, и вы об этом слышали и знаете, да, ну просто знаю тогда, когда я это попробовал сам. Если я слышал от кого-то или видел там какую-то картинку, то, конечно же, но не попробовал сам, это еще не знаю. А отпечатки пальцев у всех разные, мы все уникальны. И природа в каждого человека вложила, очень щедро вложила механизмы самовосстановления, самоисцеления. Нужно только совсем немножко желание. В первую очередь, желание. Да. Самовосстановление, самоисцеление – это, безусловно, очень важные вещи, особенно для человека, когда он подходит уже к какому-то более или менее критическому возрасту, но возраст все равно будет брать свое. Здесь мы, нам нечего абсолютно этому противопоставить. Возраст, конечно, будет брать свое. То есть в той авторской методике, которую вы предлагаете для людей постарше, возраста постарше, все-таки учитываются, наверное, да, какие-то возрастные особенности, и они исключают то, что действительно, реально они не смогут делать. Да, это эти упражнения, скажем так, то есть эта методика, она рассчитана на то, чтобы как можно меньше, как можно мягче, в общем-то, выходить на свои сверхспособности, потому что у каждого они есть. То есть начинаем мы просто очень-очень с простого, очень-очень с простого. Вот. И самое главное, нужно выйти, как бы пробудить вот интуитивное знание, клеточную мудрость. То есть через чувства, через ощущение тела каждый человек может управлять своим здоровьем, своим самочувствием. И да, эмоциональное тело тоже. Мы гораздо больше, чем наше физическое тело.
мы можем управлять своими эмоциями, своими чувствами и своим физическим состоянием. Да. Да. В любом возрасте. Вы хотите сказать, что на самом деле получается так, что наше тело, сейчас скажу вещь, может быть, странную для некоторых наших слушателей, но тем не менее, наше тело, в общем-то, мудрее, чем мы. Таким образом. Да, я да. думаю, что зрители все-таки понимают, о чем я говорю. Что если мы начинаем к нему прислушиваться, если мы начинаем его чувствовать, исследовать его движением, то иногда оно подсказывает куда более мудрое решение, чем мозги. Совершенно правильно, потому что мозг как процессор компьютера содержит какие-то программы. А интуитивное знание, оно не знает слов, но оно действует через вот... Да. Как будто бы я это всегда знала. Очень многие, кто выбирают вот в йоге, в частности, учителя или путь, направление, приходят к тому, что истинный учитель тот, кто говорит, ты знаешь, в присутствии которого ты вспоминаешь. Вот такое ощущение, как будто ты всегда это знал. Ты просто это вспоминаешь. Это точно так же, как целитель, это тот, кто так наполняет собой пространство, что вот попадая в это пространство, любой желающий может исцелить себя сам. В противном случае происходят как бы обратимые процессы, то есть даже познание чего-то. Если оно противоречит призванию, скажем так, да, внутреннему предназначению, которое записано, в общем-то, на уровне клеточной памяти, родовой памяти, оно все равно приведет к конфликту, ну, такому вот внутреннему. И все равно придется вернуться к исходной точке. И в этом есть очень положительный аспект, потому что это говорит о том, что никогда не поздно попробовать, никогда не поздно начать. Даже если кажется, что вот уже вся жизнь позади и впереди никакой перспективы. Именно сегодня может быть тот день, когда 15 минут внимания, уделенного себе, да, вдруг откроют что-то такое вспомнится, что... Опять же, знаете, приходилось сталкиваться с такими ситуациями, что действительно, вот вроде бы есть какое-то знание, понимание, но пока не встречаешь в окружающем мире какого-то очень четкого, облаченного в какую-то законченную, логичную форму, законченной в логичную форму подсказки, пока не получаешь вот намека этого, не оказывается у тебя перед носом, вот это уже как очевидная какая-то истина, ну, вроде как и не было этого в твоей жизни. А раз и понимаешь, что ты же всегда это знал. Ну, какая-то подсказка, да? Да. Какое-то мгновенное озарение и понимание того, что вдруг разом все хлоп и стало на свои места. Каким-то образом просто отструктурировалось пространство, если можно так сказать. Да, можно так сказать. Можно так сказать, да. И тогда запускаются, вот как вы говорите, эти механизмы самовосстановления, самоизлечения, потому что в неструктурированном пространстве, в хаотичном каком-то, в беспорядочном, организм не будет действовать как гармоничное содружество. Да, будет все время вот переживаться какой-то внутренний конфликт. А внешний мир всегда это будет отражать, как зеркало, да. Мы приходим к тому, что проблемы, которые существуют в жизни человека, они зеркальны. Ну, в общем, да. Я бы сказала так, очень долго и многие спорили о том, что первично бытие или сознание, да. Философия йоги говорит одновременно. Не разделяется это. Да. Лариса, чуть ближе к йоге, собственно, вот к авторской методике. Я так понимаю, что в основе ее именно хатха-йога. Да. Главные принципы хатха-йоги. Если вот можно их таким образом произнести, вот как четко, что есть какой-то определенный, ну не будем говорить кодекс, но принципы какие-то.
Принципы. Значит, хатха-йога – это третья ступень из 8 ступеней йоги. Вот, она способствует очищению физического тела. Это физические упражнения, но осознанные. То есть вообще йога, что такое йога, да, там четко, ну, есть очень много интерпретаций перевода этого понятия, этого слова. Я предпочитаю, йога есть процесс единения с реальностью на уровне ума, на уровне тела и на уровне изначального знания и речи. Так вот, на уровне тела и ума это как раз вот хатха-йога. И коротко так, чтобы коротко и ёмко, то лучше обратить внимание на само название хатха, то есть напряжение и расслабление. Все в жизни мы живем, мы имеем дуальность, да? И тогда, когда мы становимся хозяином своей жизни, то мы воспринимаем и плохо, и хорошо одновременно. Мы знаем, что есть день и есть ночь, есть напряжение, есть расслабление. Иначе тело, для того, чтобы тело приняло какую-то форму, абсолютно одинаковое количество мышц задействованы на расслабление, то есть на растяжение и на напряжение одновременно. То есть вдох и выдох, они как бы отличны друг от друга, но они невозможны друг без друга. Вот. Ну, в общем, не знаю. Это главное, это основополагающие принципы. В общем, да. Вот насчет тоже вдоха и выдоха. Очень многие восточные практики, в том числе и йога, они действительно большое внимание уделяют именно дыханию, именно правильному дыханию. Есть специальные гимнастики, китайская гимнастика, цигун, которая учит именно правильному дыханию и следом уже, опять же, комплекс всевозможных упражнений. Что касается хатха-йоги, то здесь тоже очень многое, я так понимаю, построено на правильном дыхании. Я бы только не акцентировала внимание на слове «правильное». Да, на потому дыхание, что, просто на дыхание. Да, потому что до сих пор, ну вот лично я не нашла четкого объяснения, как происходит первый вдох, когда рождается ребенок. Все-таки это, наверное, искра Божья, да? Поэтому говорить о том, что есть правильное дыхание, или вот очень многие приходят заниматься и говорят, научите меня правильно, ой, я неправильно дышу. Если есть вдох и выдох, это уже правильно. Другое дело, что с помощью дыхания, осознанно, да, осознанного процесса, то есть если мы используем этот процесс осознанно для достижения каких-то определенных состояний, целей, то даже просто, если мы удерживаем внимание свое на дыхании, оно немножко меняется. Оно меняется. И удерживать внимание на своем дыхании есть процесс как раз, это в чистом виде йога, процесс соединения сознательного с бессознательным, потому что, я повторяю, дыхание – это бессознательный процесс. Мы, в общем-то, на самом деле это настолько естественно и само по себе происходит, что мы, как правило, не задумываемся над тем, что мы на самом деле дышим. Да, если мы возьмем на себя ответственность, и если у нас есть свободное время, и все-таки задумаемся, то, в общем-то, можно совершить очень много открытий неожиданных, потому что, представляете, мы вдыхаем вот кислород, да, а выдыхаем углекислый газ. Это происходит практически одновременно, да, то есть очень небольшой промежуток времени происходит. Представляете, какая биохимия, то есть какие химические процессы происходят, сколько клеток в этом задействовано, то есть вот, хотя вот мы же никогда об этом, да, мы не задумываемся. Ну да, мы не задумываемся. Но это естественно, так же, как, не знаю, видеть этот... То есть даже если мы не будем знать, как это называется, да? Это все равно, да, это все равно происходит. Это все равно происходит, это есть жизнь.
По поводу каких-то вот таких вещей, которые, ну, мне не хотелось бы в данном случае говорить противопоказания, но вы же понимаете, что мозг наш очень так изощренный, он все равно будет там придумывать, что мне, ну, это может нельзя. Придумать, что там, это нельзя, мне вот нельзя там наклоняться или что, что-то еще мне нельзя делать. На самом деле, если... Насколько щадящий, вот так будет правильнее сформулировать, насколько щадящий этот режим, потому что действительно мы сейчас говорим о тех людях, у которых, к сожалению, здоровье очень многих, мягко говоря, пошатнувшееся. Да-да. Насколько щадящий, ну, представьте себе, что заниматься можно просто сидя на стуле. Единственное, что стул должен быть со спинкой, да, так, чтобы можно было почувствовать свой позвоночник, потому что позвоночник – это древо жизни. Да, правильное положение таза. Вот здесь уже есть определенные правила. Но откуда вот есть очень много разных школ, там, методик. Откуда берутся эти правила? Есть определенный наблюдатель, который наблюдает за практикующими и просто записывает это в определенную систему. Потому что, несмотря на то, что мы все очень разные, у нас есть очень много общего. Но опять-таки, индивидуально каждый человек имеет внутри себя свои механизмы. И самое главное – это восстановить контакт, диалог между умом и телом. То есть научиться чувствовать, если что-то болит, почему это болит. Ведь в первую очередь это где-то подавленные эмоции, может быть, даже какая-то обида. Она обязательно откладывается болью, да, каким-то вот таким очагом. Рано или поздно проступает. Да, 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 она обязательно проявляется на физическом, на уровне физического тела. Поэтому через, через физическое тело можно это точно так же и высвобождать. То есть если была дорога сюда, то вход и выход, как правило, это одна дверь только с разных сторон. Да, с разных сторон, да. Вот. Так что прямо сидя можно начинать. Этого достаточно. Еще вот такой вопрос по поводу изменения биохимии. В данном случае, мне кажется, мы говорим не только о том, чтобы занять чем-то пожилого человека, чтобы он сконцентрировал свое внимание, направил какие-то свои усилия на что-то отличное от телевизора. Мне кажется, задача еще и в том, чтобы, ну, изменить, наверное, его отношение к жизни. Смотрите, у нас есть звонок в студию. Мы дадим ответ и дальше продолжим. Слушаю вас. Доброго дня. Здравствуйте. Я слушаю вас очень внимательно. И у меня такая какая-то лишка надежды появилась в душе. Захотела задать вам вопрос. Потому что, может, он не совсем по вашей теме. Ну, а вдруг вы мне чем-то поможете, подскажете. Значит, ситуация такая. Человек болен, тяжело болен. Онкоболезнь у него. И вот, понимаете, трудно его как-то поддерживать, настраивать на какое-то выздоровление, потому что он вошел в такое тяжелейшее состояние психоэмоциональное, полная деструкция настроения, мышления, какие-то неадекватные действия. Настолько тяжело было им воспринято, то, что он болен таким страшным заболеванием. Вот этот диагноз буквально человека выбил из седла. И никакие, ну, вот не то, что можно на него как-то положительно повлиять, он вообще всех отвергает, никого не слушает, не прислушивается. И усугубляется все это, настолько тяжело усугубляется, что страшно, не знаешь, как помочь, что делать. Вот вы сказали, что в структурированном сознании может появиться настрой на самовосстановление и самовыздоровление. Но это структурированное сознание, я так думаю, сама уже добавляю, может только проявляться, вернее, формироваться в структурированном окружающем мире, который окружает этого человека, в ситуативных каких-то обстоятельствах, которые могли бы положительно на него влиять. Но человек настолько деструктивен сейчас, что просто невозможно к нему ни добиться, ни пробиться. Ну ничего, буквально не воспринимает, гибнет на глазах, разрушается. Что делать? Подскажите, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам за звонок.
Да, да, Лариса, да. Спасибо за вопрос. И я так понимаю, что это близкий человек, поэтому я хочу пожелать этой женщине терпения. Что я могу сказать? Да, мы иногда проходим очень серьезные испытания именно тем, что как бессилие. Да, вот когда это близкий человек. Ощущение, да, ощущение. Ощущение бессилия. И тем не менее, есть три вещи, три драгоценности, которыми обладает каждый человек, независимо от возраста, независимо от социального положения и состояния физического здоровья. Это любовь, прощение и благодарность. И если сейчас, в данный момент, вы не можете, ну, так сказать, достучаться до своего близкого человека, который переживает такую трагедию, вы можете просто посылать ему свою любовь. Просто любить, вспоминать его здоровым. Как можно больше времени уделять тому, что вот, может быть, а чего бы вы хотели? То есть не вступать в конфликт, вот, и, может быть, даже уменьшить прямой контакт, но все свободное время, все то время, которое вы можете, а я так понимаю, когда такое горе с близким человеком, то это вся жизнь практически, да, не думать об этом невозможно. Вы можете вспоминать те моменты, когда человек был здоров, вы можете даже позволить себе мечтать о том, что рано или поздно он все равно будет здоров, и представлять себе, вот как это визуализировать? Визуализировать, это? Да. То есть на уровне чувств, на уровне чувств вы можете структурировать через себя вот это пространство. И благодарить за те моменты, благодарить Вселенную, благодарить этого человека за те моменты, которые вы переживали вместе и были, которые были очень счастливыми. Ну и прощение. Прощение — это... Если вы знаете этого человека достаточно хорошо, вспомните все те даже маленькие обиды, которые были между вами, и просите у него прощения. Просите прощения у Вселенной. И прощайте. Самое главное. Прощайте. Да. И себя простите. Обязательно. Потому что вот когда мы переживаем такие моменты вот бессилия, да, мы начинаем себя винить. Ни за что. Нет хорошей вины. Поэтому себя нужно простить тотально. Всех надо простить оптом. Я прошу прощения, но... Ну да. Но это вот... Это три такие драгоценности, которыми обладает каждый человек и которыми можно воспользоваться. Вы увидите результат. Вы увидите. Это... Да, это тяжелый труд. Это гораздо сложнее, чем физически помогать. Это гораздо сложнее. Но это помогает. Я дякую вам, Лариса. На жаль, вичерпано час, ми навіть вже зайняли кілька зайвих хвилин, але я не думаю, що насправді вони зайві. Вони надзвичайно важливі для тієї людини, яка до нас зателефонувала, і для нас також, тому що наша бесіда все ж таки викликала певний резонанс. Людина позвонила із своєю проблемою, із питанням, і я думаю, що ви, як ви наш глядач, слідкуйте за нашими програмами, продовжуйте слідкувати. Ми справді запропонуємо разом з Ларисою ті, я не хочу говорити вправи, це неправильно, це не вправи, а ту філософію життя, яка допоможе людині більш позитивно поставитись до себе в першу чергу і через себе до всього світу довкола. І, в принципі, я готова. Если я могу чем-то помочь, и с радостью, потому что в йоге есть такие упражнения, которые Лариса, могут дуже помогать. Коротко, як можна вас знайти, тому що справді, я думаю, що є ще питання
Ну, в общем-то, есть телефон, который всегда на связи. Скажите номер телефона. 067-415-03-21. Ну, у будь-якому випадку ви зможете зателефонувати до нашої редакції, потрібна інформація також. Що ми зможемо підказати нашим глядачам, то ми будемо підказувати. І залишайтесь на нашій хвилі, для вас ще багато цікавого, корисного. Хай щастить, в ефірі побачимось.